Не поверите, с 2016 года я хочу заняться Ютубом. Вот, хотел заняться Ютубом. И только сейчас, в 2022 году, осень, я пришел к тому, что я записываю это видео и начал заниматься Ютубом. Хотя многое знал, там и были большие амбиции на эту площадку, очень хотелось просто делиться мыслями. Вот, это как живой журнал, да, такой, вот, делиться мыслями, давать пользу, да, вот, например, давать людям именно те направления, где они могут быть полезны обществу, вот, могут зарабатывать, могут получать какие-то плюшки от жизни, вот, и только сейчас я пробую себя на поприще Ютуба. Вот. Прошло сколько? 6 лет. 6 лет от моего замысла, когда я очень-очень хотел, но я не знал, как к этому подойти, я не знал, какое направление выбрать. До сих пор не знаю, кстати. Может, вы мне подскажете, в каком направлении мне двигаться, и... потому что опыт очень большой, хочется им делиться, но не весь опыт можно запихать в какую-то одну тематику. Вот, потому что у меня достаточно много всяких направлений в бизнесе, и эти направления невозможно как бы в узкоспециализированную тематику уложить. Поэтому буду пробовать, вот. Буду стараться давать пользу, буду учиться говорить на камеру. Для меня это очень сложно, и для меня это большой стресс. Вот. И буду тренировать свой голос. Вот. У меня есть все для этого. Есть аппаратура, есть время, которое я могу найти, в конце концов, между решениями своих бизнес-процессов. Вот. И есть вы, подписчики, которые, надеюсь, меня поддержат в моем начинании. Вот. Хотя уже хейта я схватил, вот, и этот хейт был не очень приятный, но я думаю, что это не первый и не последний мой хейт. Вот. Поэтому буду стараться, жду, наверное, каких-то подвигов со своей стороны. Вот. И буду рад общению, буду, пишите в комментариях, как вам, что изменить, какие недостатки вы видите сразу, вот, какое направление вам интересно и какие замечания вы можете мне сделать. Вот. Я ко всему открыт, вот, и буду пробовать себя на этом поприще. Вот. Инстаграм, я понял, как алгоритмы работают, но он такой у меня for fun был всегда. Вот. С Фейсбука я ушел, мне не интересен стал Фейсбук, потому что там очень много общения, но оно пустое, и оно занимает очень много времени, и оно ни о чем. Вот. Так же, как и Инстаграм, но Инстаграм, он более легче воспринимается, в моем понимании. Вот. И... да, мне очень сложно дается диалог, но особенно это же не диалог даже, это монолог. Я разговариваю с камерой, вот, не видя ответной реакции от нее. Но я стараюсь. Вот. И жду лайки, подписку и ваши замечания. Критикуйте, пожалуйста. Спасибо.